Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется Spellbinders. Ну что ж, поехали! A storm is coming. Lightning splits the sky. There's no honor in retreat. No escaping nature's grasp. Gather your army and rise. Spellbinders. Ну что же, была вот такая у нас замечательная заставочка. Ну а теперь непосредственно приступаем к самой игре. И мы с вами будем сражаться против Мортис. Ну, я так понимаю, это смерть. Так, ну что ж, давайте, ребята, посмотрим. Так, первый юнит у вас стоит 3 маны. Понятно, выбираем его и ставим на дорожку. Так, он бежит. Ваш юнит поворачивает пушку в сторону вражеского замка. Все отлично. При этом он еще сам наносит урон. 27 дамага нужно нанести ее базе, чтобы мы победили. Переменяем фаербол. Но это нас не спасает. Смотрите, скаут. Блин, у меня 2 хп и у него 2 хп. И причем он пушку-то... Хотя нет, ребята, она в нейтрале осталась. Так, выходит очередной скелетушка, и нам дают маленький юнит его звать. Так что, в принципе, у них жизни наравне. Но у нас есть скилл, и мы добавляем своему маленькому юниту дополнительные хп. Ну и, естественно, мы здесь побеждаем. Разворачиваем орудие в его сторону. Точнее, в ее сторону. Это же у нас женщина, как-никак. И укрепляем, ребята. Все, тут уже понеслась у нас по полной программе резня. Так, давайте фаерболом его. Так, хп. Да нет, мы и так побеждаем. Давайте вот этот испробуем. Ух ты, отлично. В общем, наша суть — уничтожить здесь, да-да-да, замок Мортис. И мы побеждаем. Победа за нами. Получаем коинты 43. И якобы первый этап пройден. Давайте смотреть, что будет далее. Так, слушайте, нам доступен бомбер, то бишь бомбермен, который несет бомбочку за спиной. И мы начинаем с вами второй этап. Тут краткая информация о нем, об этом бомбермане. Так, ладно, поехали, разберемся все в игре. Так, ага, ваша цель — развернуть все орудие своими юнитами в сторону врага. Ну, в принципе, мы это сейчас и делаем. Отлично. Так, когда они все повернуты, у них будет супер выстрел. Вау. Ух ты, десяточку сразу снимают. Отлично, ребята. Так, шторм примените. Хо-хоу. Но все равно они успели, гады мелкие. Куда разогнался, а, партизан? Используйте, так я же уже использовал. Ну-ка, ага, это заморозка, ясно, будем знать. Нам нужно развернуть как можно скорее орудие в сторону замка Мортиса, чтобы нам победить. Так, елки-палки, а он довольно сильный там идет. Нет, нет, не помогает это ничего. Блин, что же делать? Давай заморозим его. И вот так вот сделаем. Черт, а нет, подбили, подбили мы. Слушайте, 9 хп осталось у замка Мортиса. Так, давайте фаерболом, наверное, бомбанем. И я думаю, что он сейчас... А, вот он что делает. Он как камикадзе работает. Сам себя уничтожает и взрывается сам. Но, тем не менее, ребят, как вы видите, мы выиграли очередной раз. И я так понимаю, что это мы в данный момент проходим обучение, поэтому здесь все так легко и просто. И мы начинаем с вами третий уровень. Нам доступно клейм. Что такое клейм? Так, и какой-то кристалл. 4 штучки. Пока непонятно, зачем они нам нужны. Так, вы разворачиваете пушку в обратную сторону. Понятно. Вот, значит, что такое клейм. Это у нас магия. Так, ну что же.
Встречай, родной. Нам нужно как быстрее выставить юнитов, чтобы они добежали до орудия и развернули. Это что там еще за головастики вышли? Ёлки-палки. Блин. Засада какая-то. Так, ну здесь-то ты не пройдешь, это однозначно. Получи. У нас есть с вами фаербол, ледяные стрелы и бомбер. О, а вот этот вот слишком мощный. На-ка, получи. Отлично, ребята, все три орудия сейчас бомбанут. Ха-ха-ха, шикарно. Черт подери. А, успели заморозить. Все, блин, ну здесь я. Молния, 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 добивай. Не хватило всего лишь одной молнии, чтобы он убил этого скелетика. Давайте его укрепим. Так, у нас 45 хп, а у него всего 3. Так что нормально, ребят, победа будет сейчас за нами, поверьте. Все, выиграли мы. Такая недовольная, отвернулась. Расстроилась. Мы опять получаем с вами коинты. И, ребята, остался у нас последний уровень. Смортис. И нам доступен валун. Я так понимаю, он будет катиться по определенной дорожке и, скорее всего, валить врагов, уничтожать их или наносить им повреждения. В общем, сейчас мы это все увидим. Ну что же, заключительный бой у нас с ней. Фух, как говорится, понеслась. 50 на 50 хпшек. Так, поехали. Опа, ничего себе он сделал. Смотрите, развернул пушку сразу в мою сторону. Ну, я думаю, что это нечестно. Куда там разбежался бегун? А ну-ка, поймай-ка бомбермена. Так, отлично. На, бежит он, а. Далеко не убежишь. Сейчас тебя мой маленький юнит накумарит. Соответственно, мы сейчас развернем пушку в ее сторону и уничтожим, наверное. Хотя нет, оно всего 10 хп сносит. Останется 24. Да, еще очень много. Так, отлично. Ух ты, шторм очень хорошая штука. Черт, давайте так вот сделаем. Ледяными стрелами. Но нас это не выручает нифига. Давайте бомбермена. Вот он точно здесь. Хотя можно было бы даже и не применять. Черт подери. Здоровый выходит, а. Давай, давай, малыш, быстрее пушку разворачивай. Сейчас еще как бомбанем на 10. Нет, не успеем. Он подошел, разворачивает. Хотя все нормально. Ребят, последний залп. Ну-ну-ну-ну, давай, отлично. Все, ребят, победа за нами. Мортис вся расстроилась, хотя почему-то с улыбочкой. Видимо, ей нравится. 50 очков получаем. И прошли, прошли. Довольно легко, кстати, я скажу. Для первого раза, для новичка в этой игре. Ну, опять же, повторюсь, обучение это все. Так, что? Опа-на, мы открыли нового юнита. Шторм спаун. Какой-то чувак с трезубцем. Хм. Будем смотреть. Так, ну что, тут ничего нету. Давайте тогда сразу, наверное, с вами play нажмем и... Опа-на, новый чувак у нас открылся. Какой-то леший, мне почему-то напоминает он именно него. И что-то здесь у нас. Ох ты, это кто такой? О, это Колоссус. Это какая-то, знаете, черепаха, что ли. У нее очень массивная броня. Это рептилия. Ну, в общем, посмотрим. Нет, это знаете что, это не леший, это, наверное, какой-то друид. Ну, а я так понимаю, мы играем за Зевса. Раз он управляет молниями. Ого, там какой здоровый вышел. Давайте-ка попробуем нашего юнита укрепить. Сейчас мы идем на равных. Так. Не знаю, давайте, наверное, пушку развернем. Вот так вот. Отлично. Черт подери. Че он творит? Он развернул. Ну-ка, встреться с моим малышом. Победили. Так, что такое? Когда у вас полная магия, кликайте. Ну и чё, ничего не дали. Странно. Так, это что-то за маленький шаман выходит. Вот она, ребята, черепаха.
моя, как говорится, колоссус вышел. Медлительный, конечно, но смотрите, сколько хп. А тем более еще под бафом моим, так вообще тут непробиваемый. И плюс еще он в какой-то ауре. Так, давайте тоже укрепим с трезубцем нашего шторма. А вот сейчас мы посмотрим, что делает валун, ребят. По ходу дела просто раздавил чувачка. Так. Слушайте, колоссус довольно серьезная такая машина для убийства. На нафиг. Так, ну пока мы все равно выигрываем. У нас 35 хп, а у него уже всего 11. Хе-хе. Давайте разворачивать. Вот так. Так, заморозку что ли давайте сделаем. Этот шаман не должен пройти. Ну, вот, вот, дали мне юнита. В принципе, он справится с ним. Вот так еще лучше будет. Ёлки-палки, вы посмотрите, какой здоровый идет, а? Хотя, ребят, нам переживать не за что. Сейчас мы просто-напросто уже победим. Сейчас выстрелит мое орудие, и все. Отлично, ребята. Первая победа у этого друида. Получаем опять коинты. Я не знаю, для чего они, но, тем не менее, первая миссия пройдена. Продолжаем. Кого-нибудь дадут, кстати, нам новенького или нет? Ага, нам дали... Как вам сказать-то? Ну, этот, бурю песчаную. Назовем ее так. И появилась уже новая штучка. Оу. Так, а здесь я потом откроется. В общем, у нас электричество и какая-то капелька. Хм, интересно будет знать, что это такое. Ну, продолжаем, конечно же. В общем, песчаная буря у нас открыта. Не знаю, что она делает. Но думаю, что замедляет врагов, скорее всего. Или делает моих невидимыми. Ну, сейчас увидим. Так, отлично, отлично. У меня тут Large Unit выходит. На тебе. Получил по заслугам. Ну, черт, давай, 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 добивай его там. Тут у нас на равных получается. Но почему он все время успевает, а, гаденыш? Ага, вот у нас что делает, ребята, песчаная буря. Ну, в принципе, как я и говорил. Еле-еле идем, причем что я, что он на равных. Черт, не успел я своему юниту подбавить хп. Но ничего страшного. Все равно победим. Должны победить. Так, развернем, наверное, сейчас скоро с вами пушку. Опа. Хе-хе-хе. Не добежишь ты до турели, браток. Так, шамана давайте накумарим. Тут у него, кстати, все юниты какие-то шаманы. Древесные пеньки. В общем, все в этом роде. И смотрите, ребят. Блин, нифига, шаман там победил. Все, сейчас бомбанем. И осталось всего 13 хп, валунчик мой. Оп. Оу, да он вообще давит всех на линии. Камень этот. Кстати, довольно полезная штука, будем это знать. Ну, заморозили все ему кранты, пока он там отойдет, уже будет дохлый. Ну что же, последняя пушка развернута. И сейчас сделаем обалденный залп. И выигрываем. Есть. Ну что, друидушка, чего сгрустнул-то вдруг? Все нормально, не взди. Так, проходим. Еще два уровня нам пройти, и он будет одолен. Так, открылась нам рейдж. Так, какая-то ярость, что ли, в этом. Ну, в общем, мы сейчас увидим. Продолжаем. Почему все время вот здесь вот надо нажимать continue? Я все и так прекрасно понимаю. Так, ладно, начинаем. Даже и не думай меня победить. Я хочу себе сменить ник. Мне не нравится, как тут называют меня. You, ты. Ну и что? Опа-на, вы видели хитро? А я сейчас в обратную. Развернул он. Не тут-то было. Блин, ну где юниты? Давайте юнитов. Они мне магию, блин, дают. Так, 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 не добежит, не добежит. Все, даванул его камень, отлично. Давайте-ка сюда выставлять.
Короче, где они начинают идти, нам надо туда выставлять юнитов. По-любому, ребят. Что ты там своим флажком? На. Сдох. Разворачиваем. И сейчас бомбанет. Ох, бомбанет, ребят. Черт подери, он победил. Ну, шикарно. 22 хп осталось. Здесь этот не пойдет. Бомбермен взорвет его. Отлично. Так, разворачиваем. Черт подери, что-то довольно какие-то у него сильные пошли ребята. Вы посмотрите. Мне нужен еще юнит. Вот так сделаем. Так, ну этих мы победим однозначно. Сейчас разворачиваем оружие. Блин, надо укрепить, наверное. Давайте сделаем. Вот так. Черт, хотя он проиграет все равно. Ай-яй-яй-яй-яй. Но вот этот малыш его добьет. Они друг друга убили. Все, окончательный залп. И победа будет за нами, ребята. Да, да-да-да-да-да. Фух. Это, я так понимаю, ребят, все еще до сих пор обучение идет. Я получил 51 коинт. И остается последний уровень у нас. И сейчас нам... Опа, нам дали с вами лучника. А что он будет делать? А что он будет делать, мы сейчас и увидим. Да все понятно, что вы мне тут с этим контините? Так, что он там делает? Он стреляет, он расстреливает юнитов. Но он, наверное, слабенький, хиленький. Сейчас увидим. 50 на 50, отлично. Смотри, что делает. Он сразу разворачивает орудие в мою сторону, гад. Опа-на, нехило он делает. Давайте-ка по-быренькому наших юнитов вызывать. Вот этот, кстати, малыш, который маленький и слабенький, он довольно быстро бежит. Поэтому ща бомбанем. На-ка, выкуси. Шикарно вышло. Так, а вот мы впервые... Не впервые, конечно, второй раз вызываем с трезубцем. Посмотрим, что он вообще делает. Насколько он силен. Ну, в принципе, нормально. Да успокойся ты, елки-палки, а. Смотрите, что творит. Разворачиваем орудие. Бомбермен взрывает. А вот и наш маленький лучник выбежал. Ходит он, конечно, не айс. Я бы сказал, даже медленно. Очень медленно. Ёлки-палки. А, смотрите-ка, он может стрелять даже на другую линию. В принципе, это хорошо. Но одна хпшка, это, конечно, никуда не годится. Слишком-слишком слабенький. И очень долго он начинает стрельбу. Донаты получи, мелкий друид. Так, наверху здоровяка вышел. Давайте-ка его рейджем. Посмотрим, что это дает нам. Что такое рейдж? Оу-оу-оу, ребят, смотрите, он... Нифига, у него двойная скорость атаки. Вот что такое рейдж. Это не ярость, это ускорение атаки. Ну, все, ребят, сейчас последний залп и хана. Хана этому друиду. Победа за нами. Что ж, довольно неплохо. Мы проходим за него, как бы сказать, историю или что-то в этом роде. И, наверное, что-то нам дадут еще, помимо... того, что мы его прошли. Так, давайте посмотрим. Ух ты, мне дали магический щит. Это неплохо. Значит, тут уже будет применяться магия против меня. Так, опа-на. И новый персонаж. Это паладин. Ёлки-палки. Нам не страшен паладин. Да? И открывается, ребята... Ох ты, это кто такой? Легион. Тот был Колоссус, это Легион. Ну давайте его выберем. Так, это, короче, боевые големы. Черт, такой же, как и я, только почему-то он каменный. А я думал, мы играем за Зевса, а это, оказывается, паладин у нас. Ну что ж, давайте тогда глянем, куда разбежался малыш. Черт побери, я понял, зачем он бежал. Он разворачивает орудие в мою сторону. Но это его не спасает, он погибает. Давайте посмотрим, что это за щит. О, понятно, что такое
Это аура. Это магический щит. Так. Ага, смотрите, он уже применяет магию. Блин. А вот и наши боевые големы. У них защита от магии и всего лишь 2 хп. Ну, это, конечно, никуда не годится. Это вообще дрищ, можно так сказать. Черт, я, по-моему, ребят, проиграю здесь. Смотрите, что тут происходит, а. Так, 36 против 32. 2 орудия развернуто в мою сторону. Блин, очень и очень отвратно. Давайте замораживать нафиг. И вот так вот. Так, ну хотя бы так, ребят, сделаем. Конечно, бомбермен мне не нравится. Если честно. Тут мы проигрываем, сами видите. Да что ж такое? Ну, где все мои солдаты? Вот, вот, давай, выходи. С трезубцем ты очень мощный. И вот этого малыша еще отправим. Нифига себе, ну да, в принципе, он малыш. Но с такой вот тяжелой кувалдой он идет. Блин, с трезубцем погиб. И, как видите, счет у нас 15-19. Ёлки-палки, нужно как можно скорее это все сделать. Не знаю, как у нас это получится. Какой-то, кстати, перевес идет в его сторону, если честно. Несправедливый, на мой счет. Черт подери, а. Слушайте, я думаю, сейчас мы тут проиграем. Да, все оружие развернуто в мою сторону, сейчас бомбанет. Хотя нет, успел у меня солдат перевернуть пушку. Ёлки. Так, отлично, лучник хорошо сработал в данный момент. Так, добивай, отлично. Ну, давайте залп, залп, ребята, я жду от вас залпа. И будет победа за нами, ребятушки. Не подведите, отлично. Все, победа за нами. Ну что ж, ребята, давайте тогда на этой хорошей ноте я закончу этот выпуск. И мы уже продолжим в следующей серии. Будем дальше проходить, развиваться. Ну, если вам, конечно, это понравилось. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч.